Виктория, мне 11 лет. Я учусь в 5 классе, в 49-й школе. И сегодня я расскажу вам стихотворение «Парнюк Анастасия». «Дружба — это теплый ветер. Дружба — это теплый ветер. Дружба — это светлый мир. Дружба — солнце на рассвете. Для души — веселый пир. Дружба — это только счастье. Дружба у людей одна. В дружбе не страшны ненастья. В дружбе жизнь весной полна. Друг разделит боль и радость, друг поддержит и спасет. С другом даже злая слабость вмиг растает и уйдет. Верь, храни, цени же дружбу, это высший идеал. Тебе она сослужит службу, ведь дружба — это ценный дар.